Ретромания с Андреем Разиным. Всем привет! Как всегда, на волнах Ретро-ФМ 101.2 ваш главный шоумен Андрей Разин. И в преддверии нашего праздника, который состоится 7 апреля в Дворце спорта «Олимп», куда я всех приглашаю, всех краснодарцев, покажите свою солидарность с «Ласковым маем». Придите все. Мы покажем вам уникальное шоу, где будет участвовать Юра Шатунов, где будет участвовать Сергей Серков, где будут участвовать Сережа Ленюк, Ира Плавинская и многие-многие другие. Это вся команда студии «Ласковый май». Но, к сожалению, глубокому, что сегодняшняя программа наша будет посвящена нашим солистам, которые не смогут приехать на этот концерт. И мне бы очень хотелось все равно вспомнить об этих артистах, потому что они остаются всегда и в памяти, и в любви «Ласкового мая». Сегодня мы с вами поговорим о творчестве Кости Пахомова. Давно уже игрушки не нужны. Без лапы мишка плюшевый в подвале. Замок закрыт, границ твоей страны. Страны, где больше ты не побываешь. Лишь по ночам ты вспомнишь иногда тот мир, где для тебя уже нет места. Закрыта дверь теперь уж навсегда, в страну с названием «Государство детства». Тебе летит в стране чудес и материнской ласки. А мы скорей мечтали подрасти. Ну а сейчас так хочется заплакать. Вот теперь осталось просто жить и чье-то детство видеть по соседству. Но все равно я буду приходить к моей границе. Государство детства. Ретромания с Андреем Разиным. Костя Пахомов – это был один из первых солистов в студии «Ласковый май». В тот момент, когда я приехал в город Оренбург забирать Юру Штунова,
мне сказали о том, что есть еще один солист, Костя Пахомов, который уже работает почти год, и выступая под именем группы «Ласковый май», он всегда держит марку нашей студии. Я думал, что он воспитанник интерната, но когда я узнал о том, что у него есть родители, мне все-таки захотелось подойти в эту семью и спросить, на каком они вообще духе, на каком они том желании поддерживают детей-сирот. И мне очень было приятно тот прием, который мне осуществили родители Кости Пахомова. На землю падал тихо снег, неслышным белым одеялом. И о тебе напомнил мне мой белый снег, мой белый снег. Тоже был снег, тоже был снег. В город спускался вечер. Все было как во сне, все было как во сне. Прошло уже немало последней нашей зимней встречи. А помнишь розы на столе? Цветов букет, цветов букет. Помни о первой встрече. Тоже был снег, тоже был снег. Все было как во сне, все было как во сне. Помни о первой встрече. Тоже был снег, тоже был снег. В город спускался вечер. Все было как во сне, все было как во сне. Помни о первой встрече. Тоже был снег, тоже был снег. В город спускался вечер. Все было как во сне, все было как во сне. Ретромания с Андреем Разиным. Мы переговорили с Михаилом Ивановичем, с отцом Кости, и он сказал о том, что, вы знаете, давно, года два назад, выступал мальчик с детского дома в Доме культуры. И когда он спел «Белые розы», это был всего лишь один раз, а у нас практически в Доме культуры стали приходить люди на танцы. И когда Тазикенова, директор детского дома, запретила Юрию Шатунову выступать в Доме культуры, так как она его не могла отпускать больше, чем на полчаса после 9 часов вечера, то отец Кости Пахомова согласился, что именно эту песню «Белые розы» будет петь его сын, и он разрешает, чтобы Костя приходил в 11 часов вечера. Так Костя Пахомов стал нашим солистом. Все в доме кувырком. Сегодня будет Москва.
сегодня будет маскарад. Сегодня будет маскарад. Вот как я рад. Все пальцы исколов. Надеюсь я, что получу гран-при без лишних слов. Войду лишь только на порог, в восторге охнет зал. Готовьте приз, не разве я не за. Служил похвал. Сегодня будет маскарад. Сегодня будет маскарад. Ну вот и все, готов костюм, настанет скоро час. И в разноцветный зал войду, чтоб удивить всех вас. И рада мама, рад я, успех как никогда. Воображаю, как друзья все охнут. Вот тогда сегодня будет маскарад. Сегодня будет маскарад. Ох, как я рад. Мелькают яркие огни, сегодня маскарад. Пусть я не получил гран-при, но все ж безумно рад. Сегодня будет маскарад. Сегодня будет маскарад. Сегодня будет маскарад. Ретромания с Андреем Разиным. Судьба Кости, конечно, определилась сразу, потому что, зная о том, что любовь к этому человеку, всех фанатов, которые уже были тогда в Оренбурге, она была очень высока, а Юру Шатунова практически не знал никто. Поэтому, искав Юру Шатунова, я все время думал о Косте Пахомова. И когда Костя Пахомов появился, и когда Костя Пахомов приехал в город Москву и его увидел первый, кто Юра Шатунов, то началась у них какая-то ревность. И вот в тот момент моя главная задача была, как продюсера, сделать все возможное, соединив два солиста, тех, которые вот столкнулись на творчестве «Ласкового мая», сделать все возможное, чтобы между ними была дружба и уважение. Сегодня мне впервые так грустно. Сегодня я как будто сам не свой. Не без тебя так стало вдруг пусто. Ну что со мной, ну что со мной? С тобою рядом забываю обо всем. Мечтаю только об одном. Калейдоскоп моих больших печальных глаз. Хочу взглянуть в который раз, как первый.
хожу потерянный по вечерам. Куда ушло вчерашнее детство? Найти ответ пытаюсь сам. Я не был никогда счастливее, чем сейчас. Но мне так грустно в первый раз. В калейдоскоп твоих больших печальных глаз хочу взглянуть. Романия с Андреем Разиным. У нас, конечно, отношения с Юрой Штуновым были дедовские, а у Кости были, естественно, родительские. И каждый день практически мама пыталась вместе с папой созваниваться со мной и спрашивать, что Костя кушает, что Костя ест, как Костя себя чувствует. Поэтому Костя был как бы не всегда в своей тарелке в «Ласковом мае». Я убедил в том, что все-таки «Ласковый май» – это тот коллектив, который действительно детей-сирот, который нужно всегда прислушиваться, нужно быть коллективным человеком. Но, к сожалению, Костя не понял этого вопроса. И получилось так, что Костя стал как бы далек от коллектива. И во всех отношениях коллектив остался отдельно от Кости. Наши детдомовские Сережа Серков и Сережа Ленюк, и Андрей Гуров, и Миша Сухомлинов, и Юра Штунов. А Костя оставался своим особняком, непрекаянным, непоколебимым и при всем при этом соблюдая свои какие-то вот родительские права. Но спи.
«Ретромания» с Андреем Разиным. После чего, конечно, нам очень много пришлось пережить, но я хочу сказать, что именно Костя Пахомов сделал очень много для группы «Ласковый май», потому что именно первый его альбом, первые его песни, которые он пел в нашей группе, это было, конечно, украшение нашего ансамбля, украшение нашей группы. И я, как продюсер, делал все возможные манипуляции для того, чтобы можно было удержать Костю у нас в коллективе. Но случился такой момент, что Костя принял окончательное решение уйти из группы «Ласковый май» и посвятить себя кино. Он был приглашен на главную роль в художественном фильме, где играл Щербаков, а он был сыном Щербакова по сценарию. В фильме «Капитан». Он играл сына капитана. И в тот момент этот фильм снимался действительно на большом фаворе. И Костя подумал в тот момент, что наконец-таки он ушел от «Ласкового мая» и стал именно тем артистом, который может быть в кино. Кстати, между прочим, я не сопротивлялся этому решению Кости. И поэтому группа «Ласкового мая», когда я собрал их и сказал о том, что наш Костя Пахомов поступил во ВГИК, Всероссийский государственный институт кинематографии, на актерский факультет, у всех была пауза, но при этом все понимали, что Костя был все-таки высокого полета птица, и мы не могли его как бы оценить до конца. Самый лучший.
Романия с Андреем Разиным. Хочу сказать, что это тот солист, который был всегда желанный в группе «Ласковый май». И вот концерт, который состоится 7 апреля, вы услышите несколько песен, которые поет Андрей Кучеров и которые поет Юра Штунов. И пою я. Это песни из репертуара Кости Пахомова. Именно Костя Пахомов – это первый репертуар группы «Ласковый май». И те песни, которые Костя пел, мы распределили между нашими солистами и решили их петь все-таки во всех концертах.
Ретромания с Андреем Разиным. Хочу сказать, что сегодня он живет пока один. Живет в Москве. Снялся в 5 фильмах. Является великолепным актером. Человек с хорошей буквы души. Но, к сожалению, глубочайшему, не всегда все у Ласкомая проходит хорошо. Потому что там, где беспризорники, там, где свобода, там, где бесхозяйственность, у Кости, конечно, была очень большая реакция на все это. И поэтому он все время входил в конфликт с нашими артистами. Он был конфликтный человек в том, что он все время боролся за то, чтобы все были все-таки семейными людьми. Костя не понимал никак, не мог понять о том, что все участники группы «Ласковый май» были сироты. Вот это его большая трагедия, которую он так и не принял. И сегодня, говоря о Косте Пахомове, я хочу сказать, что был великолепнейший человек, великолепнейшей судьбы, и он оставил неслагаемые вообще вопросы и ответы группе «Ласковый май». По сегодняшний день все ребята его уважают, все ребята его любят, и очень жалко, что его нет сегодня с нами в нашем творческом коллективе. Но поверьте мне, именно 7 апреля во Дворце спорта «Олимп» мы споем Костины песни. И это будет дань уважения к этому таланту и дань уважения к этому искусству. Сегодня, как всегда, откровенно с вами на волнах Ретро-ФМ 101.2 был ваш Андрей Разин. До новых встреч! Город зажег ближе к ночи свои фонари. Кто-то уже собирается раньше лечь спать. В темной квартире со мной тишина говорит. С кем же еще ей в квартире пустой поболтать? Лучше тебя собеседника мне не найти. Вечер вдвоем, вечер вдвоем.